Стоп наездом. Акция с таким названием прошла на территории обслуживания ЛОП на станции Актобе. По итогам мероприятия стражами порядка было выявлено 36 административных правонарушений. В том числе 15 случаев перехода железной дороги в неустановленном месте и 21 факт выпаса скота вдоль железнодорожного полотна. Линейный отдел полиции на станции Актобе обращается к гражданам с убедительной просьбой соблюдать правила безопасности. В период проведения акции линейным отделом полиции организовано и проведено профилактические мероприятия, именно проведены беседы с лицами, проживающими на обслуживаемом участке, значит, проживаемыми на близ железнодорожного полотна, которым были разъяснены, выданы буклеты и памятки о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и правилах нахождения на железнодорожном транспорте. К сожалению, в этом году принятыми мерами все равно имело место 5 фактов наезда на людей, из которых 3 факта являются смертельным исходом.